23 апреля будет наша встреча, четвертая уже для зрителей нашего канала. Ну, точнее, это ваша встреча, мы ее просто организовываем. Это будет в хорошем месте, очень кафе уютное. И оно чем хорошо, что здесь оно, ну, для людей с детьми. Здесь очень классный лабиринт, есть даже отдельная комната для кормления, пеленания, там с салфеточками, с рукомойничком. Стульчики там, детские, да, там все дела, да. Всякие-всякие, то есть, да, то есть оно тут удобно с детьми. Угу. Вот. Есть достаточно места, есть такой грудок, есть, ну, тут мне очень понравилось. Поэтому встреча будет самая дорогая в нашей истории, 25 злотых с человека. Дети то бесплатно. Это дети бесплатно, но это как, ну, это берет заведение за, там, за продукты, за, ну, за все, то есть мы себе ничего не берем. Единственная просьба, так как заранее надо будет уже, мы-то можем в последнюю ночь, да, что-то придумать, как раньше мы делали, но здесь заранее, пожалуйста, зарегистрируйтесь, и 20-го мы закрываем регистрацию 20-го mm-hmm. числа для того, чтобы дать информацию в КВ, чтобы они приготовились, ну, там, количество, ну, на определенное продукт, количество. Человек. Поэтому очень mm-hmm. просим не затягивать. Значит, это будет в районе Зверинец. Более подробную информацию уже после регистрации или вашего решения, если вы уже решили, но получите, вы хотите понять, где. Получите инструкцию. Да, точно. Получите инструкцию, где что, чтобы просто, ну, у нас было плановое количество людей, чтобы мы, как бы, ну, не опозорились перед заведением, ну, как бы, перед кафе, ну, и просто, чтобы всем было удобно. Чтобы все не остались без чая, кофе, бутербродов и... Так, что еще? А, парковка здесь, парковки полно, то есть на Узбиче, вдоль, да, дороги, вдоль, да, дороги, но бесплатно, то есть есть где припарковаться, это не проблема. У нас будет 3 часа, то есть 23 апреля, да. 23 апреля, суббота, с 10 утра до часу дня. Вот. Но в час, чтобы нас уже не было. Да, поэтому вы не опаздывайте, потому что в час мы уходим, и здесь уже открывают для посетителей дальше. Да. А так будет закрытая, как бы, встреча. Ну вот и все. Приходите с детками, общайтесь с хорошим настроением, заказывайте погоду, чтобы была хорошая здесь погода. Здесь огрудок. Здесь прекрасный огрудок, есть где пообщаться. Шезлонги, можно взять чашечку кофе, сесть с новым знакомым. Пообщаться, и со старым тоже. И расслабиться. Да, будьте открыты, приглашаем, будем рады видеть. Регистрируйтесь. Под этим видео будет ссылка на страницу регистрации, как обычно, обычная Google форма, чтобы мы знали, сколько будет. Да, только обязательно отметьте, там будут две графы. Сколько будет взрослых вместе с вами, сколько будет взрослых, сколько детей, чтобы мы просто, опять же, все было, чтобы планирование для того, чтобы всем было комфортно и удобно. Ну, как-то так. До встречи. Все, спасибо, до встречи.